Как мы говорим, бесспорно, с точки зрения диверсификации экономики нашей страны, перехода от сырьевой больше к сервисной модели, к модели экономики с добавленной стоимостью, туризм в этом плане может быть одним из самых наиболее перспективных и привлекательных сфер для развития. Как сегодня сказал я в начале программы, существует международный анализ, который говорит, на один вложенный доллар в развитие инфраструктуры, бренда страны и так далее, мультипликативно страна может заработать все 5. Вот на эту тему мы и продолжим говорить. Я с удовольствием хотел бы вам представить вам наших гостей, которые у нас уже в студии. Во-первых, я представляю вам Дамилю Кунанову, управляющего директора департамента туризма Национальной палаты Атамекен. Дамиля Бахиткериевна, здравствуйте, добрый вечер. А также с удовольствием представляю вам заместителя председателя правления национальной компании, причем профильной компании «Казахтуризм» Даниэля Сержанулы. Даниэль, добрый вечер. Очень добрый вечер. Рад видеть. С Даниэлем мы давно знакомы. Ну вот, уважаемые коллеги, вопрос, который хотел бы сегодня все-таки задать, я задаю вам вопрос для общего обсуждения. Что сегодня переживает туризм страны? Мы видим, что идет динамика, каждый год процент и развития внутреннего туризма, и въездного туризма растет, но в то же самое время статистику, которую вот сейчас вот я озвучил с точки зрения заполняемости отелей, гостиниц, зон отдыха, варьируется от 30 до 35%. Вот, как я понимаю, с точки зрения экономики и бизнеса, при такой заполняемости бизнес нормально жить и развиваться не может. Поэтому давайте, с кого, Даниэль, с вас начнем, да, наверное? Да. Что сегодня, где мы находимся? В принципе, основные цифры вы назвали. Вот если мы говорим про посещение страны иностранцами, это не все туристы, но все иностранцы, которые заехали на более чем сутки, это 9,2 миллиона человек. Посещение, правильно говорить, да? А из них мы туристами признаем 1,1 миллион. Это те, которые непосредственно остановились в официальных местах размещения. Тут речи не идет про квартиры, Airbnb и так далее. Там оценочно еще столько же людей останавливаются. Но перейдем опять-таки к отелям. 35% – это невысокая загрузка. Для того, чтобы предприятие продолжало работать, нужна загрузка на уровне не менее 50-60%. Ежегодно у нас количество мест размещения растет, не уменьшается. Там может быть проблема в другом, что показывают не все. То есть не полную загрузку для статотчетности. Такой момент тоже имеет место быть. Но... Даниэль, прошу прощения, кратко. Все-таки за последние 3 года примерно средний ежегодный процент роста иностранных туристов, въезжающих 10%. Туристов? 10%. Около 10%. Да, ну, последние 3 года полностью брать, наверное, тоже неправильно, потому что восстановление после ковида шло, да. Что в прошлом году мы восстановились до уровня 2019 года, а этот год, 2023 год, он уже показывает рост на 10%. Это такая достаточно живая динамика. Дамиля Бахиткериевна, непосредственно по вашему профилю, сегодня бизнес в туризме Казахстана живет или выживает? Живет, рост есть. Сейчас вот и вы, и Даниэль сейчас об этом уже сказали, что у нас рост есть, бизнес развивается, у нас увеличивается и количество, и мест размещения, то есть строятся гостиницы, дома отдыха строятся. Но есть проблема в том, что, например, если вот вы сейчас статистику, когда мы слышали, мы говорили о том, что, например, Алматы, Астана, например, Алматы встречает почти 50% из количества въезжающих. Вот из в 2023 году, к примеру, 1 100 000, если мы будем говорить, остановились в местах размещения, из них 49,5% это пришлось на город Алматы. Угу. Вот, город Алматы. И вот по городу Алматы тут, конечно, загрузка у них очень хорошая. А вот сложно, например, в тех регионах, где все-таки, скажем так, сезон, он очень короткий. Есть, например, у нас регионы, где, например, дома отдыха работают только 2,5-3 месяца в году. Есть 3-4 месяца в году. И вот в именно вот для этого сегмента мест размещения, для этого сегмента турбизнеса, конечно, очень сложно. Uh-huh. Вот. Это очень сложно, потому что тут уже отдых не круглогодичный. Uh-huh. И вот тут, например, как раз-таки бизнес поддерживать нужно. Вот как раз-таки непосредственно к этому подошли вы. А какие поддержки, меры поддержки сегодня у нас существуют? Сегодня для того, чтобы бизнес, вы непосредственно отвечаете в первую очередь за коммуникацию между бизнесом uh-huh. и государством, и властью. Uh-huh. Какие меры, что сегодня ждет бизнес для более динамичного развития, для того, чтобы рос и количество предложений, и сервис, и все вместе? Uh-huh. Ну, коллеги сейчас, наверное, и с нашего непосредственно профильного министерства тоже об этом скажут.
У нас в Казахстане есть, с 2022 года стартовали, скажем, мы всегда это прям слово говорим, беспрецедентные меры поддержки. У нас есть 7 мер поддержек. У нас есть и строительство мест размещения, и реконструкция, и строительство придорожного сервиса, и наши же пресловутые санитарно-гигиенические узлы. То есть на все это есть меры поддержки. Но эти меры поддержки требуют большой доработки. Вот именно с позиции, со стороны бизнеса, я бы хотела сказать, что в основном сейчас среди этих 7 мер поддержек наиболее, скажем так, популярными это субсидирование иностранных туристов. У нас туроператоры получают за каждого привлеченного, въехавшего иностранного туриста субсидию. И санитарно-гигиенические узлы, которые у нас более-менее популярны. Остальные меры поддержки, можно сказать, что они, ну, слишком большого восторга у бизнеса не вызывает. Ну, то есть самое главное, мы говорим о том, что коммуникация существует, существует, и постоянно вы в этом плане, как Национальная палата, держите руку на пульсе и понимаете ту потребность, которую бизнес ожидает, да, в плане поддержки. Я хотел бы сейчас представить еще одного нашего спикера, который подключается к нам по видеосвязи. Председатель Комитета индустрии и туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. С нами на связи Нуртас Карибаев. Нуртас, добрый вечер, вы нас слышите? А вот вопрос, касающийся развития. Да, сегодня существует какая-то вот конкретная дорожная карта того, куда мы движемся, исходя из анализа нашего потенциала, к чему мы должны прийти, каким мы видим туристический Казахстан, скажем так, лет через 5? Добрый вечер. Да, слышно вас. Да, в прошлом году мы приняли концепцию развития туризма до 2025 года. Там мы прописали основные направления, проблемные вопросы, как мы их будем решать. До 25-го конкретно есть у нас план. В текущем году по поручению правительства, премьер-министра, у нас до этого было топ-10 дестинаций. Мы по поручению премьер-министра увеличили. В каждом регионе у нас есть теперь точки роста, можно сказать. В каждом регионе есть топ-дестинации, где мы, согласно с местными исполнительными органами, отработали, выбрали, и имеются дорожные карты по развитию этих дестинаций. Кроме того, что коллеги сказали, есть мера господдержки по 7 мерам. В настоящее время все 7 мер господдержки работают, мы видим динамику, и в настоящее время тоже мониторинг проводим, количество растет. Если по итогам 2022 года у нас 100 миллионов, на 100 миллионов заявки одобрены были, а по итогам 2023 года мы видим, что 800 миллионов тенге 8 раз увеличилось количество заявок и объем. И если государство финансирует 800 миллионов тенге, а привлечение инвестиций частных около 5 миллиардов тенге. Нуртас, можно вас перебью? Нуртас, прошу прощения. Ну, мы понимаем о том, что развитие любого туризма, если говорить прям крупными мазками, строится на двух таких китах. Развитие внутреннего сервиса, да, предложения и, само собой, продвижение за рубежом, когда мы говорим про туризм, допустим, въездной, иностранный. Вот сегодня есть примерное понимание, вот среди каких стран, среди каких иностранных туристов в первую очередь мы себя позиционируем, на кого мы ориентируемся? И самое главное, вот эта география расширяется? Да, конечно. Только что коллеги мои сказали, что по итогам 2023 года количество иностранных туристов составило 9,2 миллиона человек. Это в сравнении с 2022 годом на два раза больше. И мы видим географию, какие регионы в основном нам посещают. Это в первую очередь это соседние страны. Это Узбекистан, Россия, Азербайджан, Германия, это Европа, и Индия, Китай и Саудовская Аравия. И они посещают в основном наши объекты, это регионы, это Алматинская область, Мангистау, Туркестан, Астана, Алмата, конечно, это понятно, тем более у нас прямые связи есть международные, и Акмолинская область. В настоящее время еще другие топ-дестинации включаются, это Мангистауская область. Нуртас, сейчас вот вас коллега хотел дополнить. Да, это как раз такой непосредственный вопрос казахтуризм, потому что задача нас, компании, как раз таки, это и продвижение страны за рубежом с целью привлечения туристов. Здесь работает такой принцип. Целевым рынком мы признаем те государства, где установлен безвизовый режим и прямые авиасообщения. Так вот, если не брать ближнее зарубежье, от которого там мы получаем большинство нашего, так скажем, въездного потока, на дальнее зарубежье мы в первую очередь делаем ставку на сейчас на азиатские рынки. Понятно, что это Китай,
В этом году проходит год казахстанского туризма Китая. В марте было открытие этого года. В течение года более 30 мероприятий запланировано. Участвуют все, не только Министерство туризма, Казахтуризм, бизнес участвует. У нас недавно вот ралли прошел по шелковому пути, моторалли. Очень много всего происходит именно в отношении этого рынка. И по итогам прошлого года мы уже видим рост 20 раз по прибытиям. То есть почти под 400 тысяч посетителей. Да нет, я понял. Вы говорите... Но это один рынок. Да. Вот. Помимо этого, вот, например, в этом году мы большой акцент делаем на рынок Юго-Восточной Азии, в частности Малайзия. Вы знаете, в марте AirAsia, лоукостер малайзийский, запустил рейс Куала-Лумпура в Алматы. Мы сейчас проводим с ними совместную пиар-компанию с тем, чтобы больше этот рейс загружать именно иностранными туристами, малайзийцами, сингапурцами, индонезийцами, иначе, как мы знаем, он заполнится с другой стороны казахстанцами, которые будут ездить те юго-восточные теплые курорты. Да? Помимо этого, вы прекрасно знаете, мы делаем большой акцент на рынке арабских стран. Казахстан был прям трендовым направлением в период Айта. Среди вот арабов, запросы, да, очень, потому что у нас есть контраст, то есть они вот этот желтый цвет меняют на нашу зеленую природу, и самое главное, у нас не так жарко, да. И, конечно же, Индия, индийский рынок, уже второй год мы находимся в трендах, запросах. Я понял, то есть, Даниэль, мы, коллеги, мы говорим о том, что вот как раз вот эти вот факторы, связанные с близостью к региону, доступностью с точки зрения логистики, да, вот как раз таки авиасообщений, что очень немаловажно, вот это безвизовый режим, все это, конечно, делают очень привлекательным. Но вот как раз таки, Даниэль, то, что вы правильно подметили, нам еще необходимо обращать большое внимание на климатические особенности. И вот когда где-то возникает, ну, условно говоря, допустим, в этом случае летнее пекло, жара 40-50 градусов, мы должны понимать, что вот у нас некие спецпрограммы, программы с посещения наших гор, наших холмов, лугов и так далее, конечно, должны делать. Спасибо большое. Я вас благодарю. Спасибо отдельно Нуртасу Карибаеву, нашему эксперту тоже, который был сегодня с нами на связи, председатель комитета индустрии туризма. Также я благодарю вас, Дамиля Бахиткериевна, да. Это с нами были, сегодня наши гости были, а также Даниэль Сижанулы, заместитель председателя правления национальной компании «Казахтуризм». Все мы прекрасно понимаем, опять-таки, что туризм в этом плане может быть очень мощным драйвером развития экономики. Причем это тот драйвер, который дает мультипликативное развитие малому и среднему бизнесу. Загружаются все. И отельный бизнес, и ресторанный бизнес, и бизнес, связанный с сервисом, элементарно, даже таксисты. Никто без дела в этом плане не останется. Вот куда нам нужно смотреть. Это очень мощный трамплин для развития малого и среднего бизнеса. Я, пользуясь случаем, хотел бы вас еще поздравить сегодня с замечательным праздником, Днем национальных государственных символов. Конечно, пожелать нам патриотизма, чтобы мы это знали, помнили и, конечно, этим гордились.